Скажите соседу, если бы не Иисус, где бы ты был сейчас? И присаживайтесь, пожалуйста. Отец Небесный, мы здесь для того, чтобы изменяться для Твоей славы. И я молюсь, Господь, чтобы Слово, Господь, было сегодня простым, понятным, доступным для каждого человека. Дух Святой, Ты есть Господин на этом месте. Я молюсь, Господь, чтобы Ты коснулся каждого, кто с нами через онлайн. Я молюсь за каждого, кто сегодня в Доме Твоем, Господь. Я молюсь за тех, кто еще направляется, Господь, и будет на других служениях. Боже, мы славим Тебя, благодарим Тебя за все во веки веков. Аминь. На прошлой неделе я служил в Москве в церкви «Слово жизни», и там интересный был такой момент. Молодежь делает как ток-шоу. Вот они задавали мне вопросы, и один человек пишет мне потом после этого. Говорит, ну вы, говорит, хорошо вдохновляете, вы, говорит, хорошо мотивируете, говорит, но вот, а как вот исполнить волю Божью? Вот как вот войти в свое призвание, предназначение. Я говорил там о простых вещах. Я говорил там о прилежности, я говорил там о высоких целях в жизни, я говорил там о посвящении, о послушании. Но, знаете, людям этого недостаточно. И люди хотят, чтобы была некая инструкция пошаговая, как войти в Божье призвание и предназначение. И я сегодня хотел бы, чтобы мы порассуждали, как войти в свое призвание, когда голос Божий в твоей жизни молчит, когда ты его не знаешь. Когда внутри тебя что-то есть, что влечет тебя, но ты не знаешь пути, ты не знаешь, что делать. Давайте мы откроем Исаии 48 главу. Семнадцатый стих. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израиль, я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. И 18 стих. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские. Я хотел бы подчеркнуть здесь именно слова, которые написаны, ведущий тебя по твоему пути, по которому должно тебе идти. Оказывается, Господь говорит, я есть Бог твой, который проведу тебя по пути, по которому тебе нужно идти. Хорошо, когда человек молится, и ему приходит пророк и говорит, так говорит Господь, вот есть план, вот есть для тебя призвание, вот для тебя есть путь, вот для тебя есть служение, вот для тебя есть место, и ты должен это делать. И, наверное, человек, который нуждается, ожидал от Господа, смирившись пред Богом, принимает это как волю Божью и идет этим путем. Хорошо, когда, знаете, ты читал Божье Слово, и Божье Слово четко, ясно проговорило к тебе, что тебе нужно делать. Ты молился, и во время молитвы ты услышал голос. Ты молился, и во время молитвы ты увидел видение. Но что делать, когда одни слышат видение или видят видение, другие слышат пророчество, третьи слышат голоса, четвертые понимают Божье Слово, а я ничего этого не имею. Библия говорит нам о некоторых историях, которые были достаточно странные. То есть люди не видели потенциала Божьего в людях, а Бог видел в этих людях потенциал и начинал их использовать. Яркий пример Савл, гонитель церкви, ненавистник, участвует в том, чтобы побивать первого праведника, держит одежды, сам в этом не принимает участия, но косвенно он все равно соучастник этого преступления. И вот Бог смотрит на этого человека и видит, что я могу его использовать. Я могу его использовать, и я могу взять его и употребить для своей славы. И мы потом читаем невероятную историю великой Божьей славы апостола Павла, которого Бог использует и очень сильно, могущественным образом являет себя в его жизни. И кажется, люди не видели, потому что написано, что когда он ослеп, и Бог проговорил к человеку, пойди и помолись за него, то он говорит, Господи, как мне идти молиться за него, когда я много наслышан о нем, что он гонитель церкви.
Оказывается, люди не видят в тебе потенциала, а Бог начинает могущественным образом двигаться в твоей жизни. И там мы читаем невероятную историю, да? Савл шел, гонитель церкви, Бог его встретил, и там четко говорится, что и начал говорить Бог с ним, и что говорит Савл? Он говорит: «Господи, что мне делать?» Да, то есть он сразу четко понимает, что это Бог. И, наверное, если бы в нашей жизни так случилось, наверное, бы тоже каждый из нас упал бы пред Богом, искал бы церковь, просил бы, чтобы Божьи люди за него помолились, и уже не остался бы никогда равнодушным, и ожидал бы, как войти в Божье предназначение. Тогда появляется Варнава, тогда появляются другие люди, которые начинают служить тебе и вводят тебя в Божье предназначение. Ну а что делать, когда тебе просто приснился сон? Библия говорит: сон рассказывай как сон. Сколько из нас видело каких-то снов, где мы проповедуем, где мы где-то, знаете, молимся за людей, где мы переживаем великую Божью благодать. Есть такие, которые видели такие сны или нет? Сколько из нас таких, которые во сне мы переживали невероятную благодать Божью? Я помню, как мне приснился сон, когда на одном из наших служений приносят мертвых людей, и идет поклонение, я обращаюсь группе прославления, говорю: не останавливайтесь, продолжайте поклоняться, продолжайте. И вот начинаю говорить о вере, и прям чувствую, как вера в народе Божьем настолько сильно возрастает, что я начинаю обращаться к этим мертвым людям, они начинают вставать и начинают оживать, и я переживаю невероятную благодать Божью во время этого сна, и просыпаюсь и понимаю, что это просто сон. Вот сколько из нас Бог говорил нам через сны, и мы даже пытались поделиться этим. И некоторые люди не воспринимали нас вообще никак серьезно. И я хотел бы, чтобы мы рассмотрели такой случай, который произошел в Библии, записанный в 37 главе Бытия. Со второго стиха: вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, сыновями Валы, сыновями Зелфы, жен отца своего, довел Иосиф, и доводил Иосиф, худые о них слухи до отца их. Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Увидели братья его, что отец его любит более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Он сказал им: выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля. Вот сноп, мой сноп встал прямо, вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему братья: неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим, говоря: вот я видел еще сон, вот солнце, луна, 11 звезд поклоняются мне. И он сказал отцу своим, братьям своим, побронил его отец, сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придут поклоняться тебе до земли? Братья его досадовали на него. Отец его заметил это слово. Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним. Он отвечал ему: вот я. И сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, принеси мне ответ. И послал его в долину Хевронскую, из долины Хевронской, и он пришел в Сихем. И нашел его некто блуждающим в поле. Спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь? Интересно. Библия не говорит нам о том, что пришел пророк и высвободил слово. Библия не говорит нам, что Бог начал очень громко говорить в жизни Иосифа, и он прям шел по полю и услышал голос Божий. Бог не говорит, что отец получил откровение, которое должен был увидеть потенциал. Написано, что отец любил его. Наверное, были причины это делать, наверное, он был сын старости, наверное, это была какая-то его надежда, какое-то его утешение его. Я не знаю мотивы и любого отца по отношению к другим детей. Но Библия говорит, что его недолюбливают, его ним пренебрегают. Он находится в неких стесненных обстоятельствах у братьев своих. То есть все братья как братья, а ты какой-то не такой. И вот он по своей наивности, по своей искренности начинает делиться просто сном, да?
Сон, который не воспринимает никто серьезно. Даже отец начинает укорять. Ты что думаешь, что мы будем поклоняться тебе? Конечно, папа, он достаточно уже прошел определенный путь, имеет опыт. Он для себя где-то отметил это, но не написано, что он принял это как волю Божью. Не написано, что он начал оберегать сына от каких-то определенных обстоятельств жизни. Что он начал как-то по-другому к нему относиться. Он начал как-то о нем заботиться. И вот, представляете, однажды ты увидел сон. Ты искренен в том, что ты делаешь, ты любишь Бога, ты следуешь за Господом, но что-то внутри тебя начинает происходить. Что-то внутри тебя начинает говорить тебе о том, что Бог призывает тебя, но ты еще не понимаешь путь, ты не знаешь, как войти в свое призвание, ты не знаешь, как пройти в свое предназначение, ты не видишь каких-то видений, ты не слышишь каких-то пророчеств, у тебя нету каких-то супероткровений, у тебя нету людей, которые бы наставили и сказали, да, это Бог. Потому что когда ты начинаешь делиться, то люди говорят, это какая-то глупость несусветная. И ты начинаешь как-то закрываться внутри себя, и ты вообще не понимаешь, что происходит с тобой. И вот отец посылает Иосифа, иди и узнай, как у братьев дела. Библия говорит нам, что когда Иосиф приходит в Сихем, то он потерялся. Он начал ходить по полям Сихема, и он не видел братьев. Братья ушли оттуда. И, наверное, самая лучшая возможность для Иосифа была, будучи прилежным и послушным сыном, да, ему нужно было просто развернуться и, наверное, вернуться в дом отца своего. И быть в доме, при любви, при заботе, в послушании. Папа, я сходил, братьев там нету, я не знаю, куда они ушли, и все. Но Библия говорит, что появляется в его жизни некто. Появляется в его жизни некто, который дает ему направление в жизни. И это направление в жизни в 13 лет. Тяжелых лет, непростых лет, достаточно граничащих, знаете, между жизнью и смертью. Это путешествие веры, которое я бы назвал, знаете, не просто путешествие веры, в триумфе Божьей славы. Это путешествие веры где-то на дне твоей жизни. Ты входишь в какую-то долину скорби, ты входишь в какую-то долину переживаний, ты входишь в какую-то долину разочарования. Но именно в это время некто направляет тебя, чтобы ты пошел именно этим путем. Сколько из нас мы переживали какие-то прикосновения Божьи, которые мы внутри себя понимали, что Бог что-то приготовил для нас. Почему сегодня многие люди пишут вопрос, как войти в Божье предназначение, как войти в Божье призвание? Потому что им хочется определенную, знаете, алгоритм, как это сделать. Они хотят пошагово войти в Божье призвание, они хотят исполнить волю Божью. Божье призвание влечет их. Сегодня современные проповедники, они стали, знаете, не людьми, которые мотивируют нас смиряться, терпеть, проходить через какие-то сложности, а действительно мы стали такими, знаете, людьми, мотивирующими нас на успех, говорящие о том, что у нас все будет красиво, все хорошо. Но реальная жизнь, она отличается от тех мотиваторов, которые нас мотивируют. И многие люди, они потерпели кораблекрушение веры, потому что они верили, что войти в Божье предназначение или в Божье призвание, это некая, знаете, такая красная дорожка, которая расстилается впереди тебя, ты в триумфе Божьей славы входишь к тому, к чему Бог призвал тебя. Но когда мы смотрим на жизнь Иосифа, мы понимаем, что человек вошел в некое путешествие веры, но оно достаточно сложное. Писание описывает нам эту историю, когда он приходит к братьям, и братья его хотят убить. Я пришел узнать, как у них дела. Я послушен своему отцу. Я люблю своих братьев, а они ненавидят меня. Но они считают этого недостаточно. Они думают, мы его убьем, но Рувим, брат его, понимает, что это будет страшное преступление. Он говорит, давайте его в ров посадим. В надежде, что потом придет и вытащит его оттуда. И Библия описывает нам эту историю. И когда они опускают его или бросают его в этот ров, он оказывается без воды. И, наверное, Иосиф находится в этом рве своей жизни.
и понимает, что неминуемая смерть. Днем солнце, а ночью холод. Одежду забрали, раздели, избили. Тех, кого любила душа твоя. Сколько из нас мы пришли с открытым сердцем к кому-то, чтобы просто послужить им или просто быть благословением для них. Сколько из нас мы вошли в некое, знаете, некто сказал нам, пойди, войди в какое-то служение. И ты пошел в это служение в надежде, что ты сможешь быть благословением для людей, ты сможешь быть для них поддержкой, ты сможешь как-то вдохновлять их. А в ответ ты услышал обратное. Они пренебрегли тобой. Кто-то сказал тебе, знаешь, приходи, будешь ашером, и ты нагладил свой самый лучший костюм, и ты пришел в воскресенье, и ты ждал, когда тебя поставят, и вот всех распределили, и ты стоишь, ждешь, что тебя тоже назначат, и подходишь, а как насчет меня? Тебе говорят, ну, слушай, в следующее воскресенье приходи. И ты идешь домой, и ты потерян, и ты не понимаешь, как? Я так хотел служить, я хотел так быть ободрением для людей. Неужели для меня нету места? Неужели я оказался вне удел? Неужели я хуже, чем другие? Что со мной не так? И вот Иосиф сидит в этом рву и думает, наверное, это дно моей жизни. Но ты знаешь, тут появляются снова братья. И ты думаешь, вот наконец-то они опомнились. Наконец-то они меня вытащат. Наконец-то они меня отправят к отцу моему. Они вытаскивают тебя, чтобы продать тебя в рабство. И они продают тебя в рабство. И вот везут тебя уже в Египет, и ты раб, и ты не принадлежишь сам себе. И ты огорчен до глубины души своей, и ты думал, лучше бы они оставили меня в этом рву. Может быть, кто-то бы когда-то вытащил меня. Но сейчас у меня нету никаких шансов. Я уже не принадлежу сам себе. И вот привезли его в Египет, и кажется, ну на этом, наверное, должно что-то все закончиться. Может быть, кто-то какую-то весточку отцу отправит, и может быть, как-то меня выкупят. Но тебя продают высокопоставленному чиновнику, от которого ты избежать не сможешь, и весточку отправить не сможешь. И когда ты читаешь все эти истории, то Библия говорит, и был Господь с Иосифом. Странно. Когда Господь бывает с Иосифом? Когда Господь бывает с нами? Знаете, когда? Когда мы не оставляем нашего Господа. Скажите мне, пожалуйста, сколько из нас мы настолько огорчились, что мы перестали читать Библию? Сколько из нас мы огорчились настолько, что мы перестали молиться? Сколько из нас мы обиделись на тех людей, от кого мы ожидали, что они будут к нам как-то, знаете, добрее, они будут к нам как-то лучше относиться, они будут как-то с уважением нас понимать. А мы обиделись, потому что они пренебрегли нами. Они, может, даже унизили нас. Они, может быть, оскорбили нас. И сколько из нас мы уже живем не в радости вхождения в Божье призвание, а мы уже живем в саможалости, и мы жалеем себя, какие мы бедные и несчастные. И мы уже обижены на весь мир, и мы обижены на Бога. И у нас много вопросов к Богу. Бог, почему это происходит? Но когда ты читаешь эту историю, ты не находишь, что и возроптал Иосиф на Бога. Ты не читаешь историю, что и возненавидел Иосиф своих братьев. Ты не читаешь, что и разочаровался Иосиф во всех снах своих. Нет. И вот написано, что он уже в рабстве, но он настолько прилежный, что написано, и был Господь с ним, и он стал уже домоуправителем у Потифара. То есть, оказывается, находясь вот в этих сложных, независящих от тебя обстоятельствах, ты находишь вот этот Божий мир, о котором Исаия говорит, что мир, как река, будет истекать из тебя. Люди будут видеть в тебе, что исходит какой-то свет, исходит какая-то благодать Божья. Люди будут видеть в тебе, что ты действительно благословенный человек, и они будут даже в тех обстоятельствах сложных твоей жизни, будет какое-то Божье благорасположение к тебе, чтобы ты чувствовал заботу Божью. И вот кажется, ты уже находишься вот достаточно в комфортных, скажем так, относительно условиях, ты уже адаптировался, ты уже знаешь, как себя вести в этих обстоятельствах, и Бог с тобой. Но в это время происходит нечто, что снова твою жизнь меняет очень сильно.
Ты думал, ворву это конец, но оказалось, рабство-то еще хуже. Но из рабства тебя отправляют в тюрьму. И ты уже находишься в тюрьме, ты вообще себя не зависишь. Скажите мне, пожалуйста, сколько из нас согласились бы исполнить волю Божью, если бы мы увидели путь, который нам надлежит пройти, о котором Писание говорит, что я Бог твой, который направляю тебя по пути, которому тебе надлежит пройти. Сколько из нас бы согласились бы с теми снами, с теми откровениями, с тем словом, которое мы получили внутри себя, без пророков, без каких-то, знаете, внешних влияний, а ты и Бог, и твои переживания. Ты все еще прилежный, ты все еще без ропота, ты все еще хранишь свое сердце от обид, ты все еще не разочарован в этой жизни. И был Господь с Иосифом. Я хочу задать вопрос. Господь все еще с тобой в твоем путешествии веры? Ты все еще с Господом, и Господь близко? Ты все еще переживаешь Божью благодать и Божью милость, может быть, на дне своей жизни? Ты все еще ценишь отношениями с Богом, и ты все еще живешь надеждой, что Бог упование твое? Сегодня многие люди разочарованы. Сегодня многие люди не готовы платить какую-то цену. Сегодня люди хотят некое, знаете, поверхностное такое лайт-христианство, которое бы, знаете, касалось бы только благословения, только мотивации, только вдохновения, только хорошего, только красивого, только такого, знаете, чувственного, благословенного. А как насчет тех чувств, которые чувствовал Иосиф? А как насчет того пути, который тебе надлежит пройти? Некто направил тебя. Некто. Кто это? Это был человек, просто человек? Хорошо, если это человек, почему даже имени его не знаем? Наверное, какой-то не сильно важный был. А может быть, это ангел Божий направил тебя? А может быть, сам Господь пришел, чтобы подправить тебя в этот путь? Вы знаете, Иосиф, вспоминая свою историю, он не говорит, что это, знаете, был некий великий промысел Божий, а некто направил меня, братья мои. Сколько из нас мы проходим через очень сложные вызовы своей жизни сегодня, и у нас нет понимания, что мы идем к триумфу Божьей славы. Когда я слушаю историю своих родителей, у них не было, знаете, истории триумфа Божьей славы, великой и славной, где они висели на доске почета, им вручали какие-то великие награды, их хвалили где-то в обществе, еще что-то. Они проходили через смирение, уничижение, оскорбление, высмеяние. Но они шли по своему пути Божьей триумфа Божьей славы, чтобы провести вечность с Богом на небесах, чтобы оказать влияние на своих детей, чтобы они начали следовать за Христом. Но если ты сядешь и будешь разговаривать с ними, спросишь, была ли это легкая жизнь, была ли это такое, знаете, вот просто в наслаждение жизнь. Там были слезы, там была боль, там были унижения, там было трудно, там было все непросто. И вот Писание описывает нам историю Иосифа, который нашел его некто блуждающий в поле. Спросил тот человек, чего ищешь? Я ищу братьев моих, скажи, где они пасут. И написано, что братья его увидели, как сделали, обрадовались. И увидели они издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Скажите, кто-то из нас рассчитывает на то, что вот я приду в какое-то служение, я приду кому-то помогать, и меня там оскорбят, про меня будут там плохо думать, про меня там будут плохо говорить. Кто бы из нас пошел бы на это? Мы сказали, да зачем нам это служение? Да зачем нам такая церковь? Да зачем нам такие люди? И вот представляете, прилежный парень, который идет с Божьим призванием и предназначением своей жизни, идет и радуется, потому что он уже много прошел полей, он уже много где потерялся, но некто направил его к его братьям. Знаете, направили его в правильное место. Куда же еще лучше? Разве отправить тебя к разбойникам? Разве тебя отправить к каким-то плохим людям? Наверное, лучшее место, куда бы нам прийти, это наши братья. Но Библия говорит, что братья
не были тебе счастливы. Братья замышляли злое против тебя. Слава Богу, в наше время таких братьев нету. Нам и сестер хватает. Нет, есть такие братья, которые обижают, которые унижают, которые высмеивают, которые причиняют боль, которые показывают свое превосходство, которые отправляют тебя на дно твоей жизни. Не там, где ты был, а намного ниже, намного хуже. И то, что ты слышишь о себе, это настолько сильно ранит тебя, потому что там, где ты был в своей жизни, ты так низко не был, как в глазах твоих братьев. А братья посмотрели на Иосифа и уничижили его до раба, до ничего не стоящего. Двадцать первый стих. «И Господь был с Иосифом, и простел к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы». 23 стих. «Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом. Во всем, что он делал, Господь давал успех». У тебя еще хватает силы делать что-то? Ты все еще продолжаешь что-то делать? Ты все еще надеешься, что все будет хорошо? А не проще обидеться на всех? А не проще опустить руки? А не проще остаться дома? А не проще вообще не иметь никакого общения с людьми, чтобы они причиняли боли? Многие это сделали. Многие остались дома. Многие закрылись в общении. Многие попытались поменять даже церковь. Многие попытались поменять жену. Многие попытались поменять друзей. Многие попытались что-то сделать такое, чтобы это им не мешало. Потому что сильно было больно и неприятно. А Библия говорит, Иосиф, находясь в сложнейших обстоятельствах жизни, продолжает иметь общение с Богом без ропота, без обиды, без ненависти, без огорчения на людей и на Бога. И что? И Бог начинает его благословлять там, где он есть. Сколько из нас хотело бы, знаете, быть благословенным в темнице? Знаете, как бы мы молились? Господи, только не в темницу. А ты хочешь исполнения того сна? Ты хочешь триумфа Божьей славы? Да. Ты знаешь, вот путь к триумфу Божьей славы через темницу. Господи, а можно как-то по-другому? Через ресторан? Через курорт? Как сейчас, знаете, стало модно. Ой, не знаю как, откуда путевка появилась. Давайте встретимся, что за... Вы знаете, не могу, что... Такое недоразумение. Путевку принесли. Мы рушим все планы нашего служения, нашего призвания, нашего предназначения. Путевка появилась. Это путевка в Божье предназначение. Через курорт. А у Иосифа была другая путевка. У Иосифа была путевка такая, от которой, знаете, вот бывает такое в жизни предложение, от которого отказаться не можешь. У вас было такое когда-нибудь предложение, от которого отказаться не можешь? Это вот примерно как у Иосифа. Взяли, погрузили, привязали, оттащили, бросили и оставили. И ты вот, может, ты хотел бы, а не можешь. Может быть, попытался бы, но не получится. И ты, находясь вот в этих обстоятельствах жизни, начинаешь проходить путь смирения и познания Бога, чтобы продолжать быть прилежным, как ты был при отце, когда ты был в красивых одеждах, и когда папа тебя послал и сказал, сходи к братьям, то ты не отлынивался. Отец сказал мне, как я могу прийти в поле и братьев не найти? Отец сказал мне. Я прилежный, я послушный.
Да вернись ты обратно. Ты же знаешь отношения. Ты же знаешь, как они тебя пинали не раз. Ты же знаешь, как они злились на тебя. Ты же знаешь, какое у них отношение. Да, я знаю. Но мне отец сказал, я прилежный. Я в послушании. Многие из нас на нас только посмотрели не так. Мы уже обходим 10-й дорогой тот путь, по которому нам надлежит пройти. Мы не готовы смиряться. Мы не готовы принимать тех, которые нас не любят. Мы не готовы соглашаться с теми обстоятельствами, в которых мы находимся, чтобы довериться Господу, чтобы Он направлял путь в моей жизни. Интересно, что 40 глава Бытие описывает интересный случай. Бог начинает как-то использовать Иосифа достаточно своеобразным образом. Он начинает получать откровения и начинает иметь уже какой-то другой уровень отношений с Богом. Бог уже начинает ему говорить о каких-то обстоятельствах. Мы не читаем, что, находясь в темнице, Бог начал говорить ему о его будущем, что Иосиф, успокойся, войди в покой, будь прилежным, старайся, не переживай, я выведу тебя, и ты будешь там, где я тебя показал, что твои братья и отец, и мама еще поклонятся тебе. Мы не читаем этого в истории. Этого нету. Но написано, что Бог начинает его использовать по отношению к другим людям. Бог начинает его использовать, чтобы высвобождать Божье Слово в жизнь других людей. Интересно, что оказывается, я могу ободрять других людей, я могу быть человеком служения, благословения для кого-то, но я все еще не знаю пути, по которому мне надлежит пройти. И вот представляете, от ложного обвинения до тюрьмы, и кажется уже куда хуже, чем тюрьма, слава Богу, что не убили. Смирись и там умри спокойно. Ты там ищешь Бога, и ты начинаешь быть благословением для людей, которые там рядом с тобой. Для одних ты высвобождаешь слово жизни, для других ты говоришь им настоящее, в котором они есть, чтобы они приготовили себя для вечности, потому что через 3 дня их жизнь остановится. Но в любом случае, в первом и во втором случае, Бог уже использует тебя. И написано, что Хлебодар, он говорит, через 3 дня тебя не будет, твоя жизнь закончится. А виночерпию, говорит, через 3 дня ты будешь царю подавать. И кажется, он относится к определенной логике. И он говорит ему, послушай, когда ты будешь царю подавать, когда ты исполнится в твоей жизни, вспомни обо мне. Вспомни обо мне. Это шанс один из миллионов в моей жизни, чтобы меня вытащили отсюда. Почему? Потому что я под ложным обвинением нахожусь. Я не совершил никакого преступления. Понимаете, намного легче преступнику проходить через какое-то, знаете, ну, скажем так, исполнение какого-то наказания в его жизни, когда он преступник. Он понимает, что он совершил преступление. Но как проходить наказание, когда ты не совершил этого преступления? Это тяжелое бремя для тебя. И вот Иосиф апеллирует к этому человеку, послушай, когда ты там будешь, скажи обо мне. Пусть фараон вникнет. Пусть он вникнет в мое дело. Но вы знаете, 23 стих 40 глава. И не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Просто забыл. На скольких людей мы надеялись с вами? Вот я скажу к нему, поговорю. Он вникнет. Он настоящий друг, он брат, он служитель, он поможет. Ты пришел, поговорил, человек говорит, да, хорошо, все, конечно, вообще, слава Богу, все хорошо. И забыл о тебе. У вас, конечно, таких не было. Оказывается, у каждого из нас были. В прошлый раз, когда я проповедовал там про сплетни, про обиды, я рассказывал про своего одноклассника, и один человек мне написал, говорит, ну что ты там такой пример приводишь, ну ты бы там то. Я вам расскажу, вспомню еще про своих одноклассников и друзей детства. Мы ходили вместе в церковь, и я уезжал на миссию, они уезжали, эмигрировали, уезжали из Советского Союза.
И вот мы с ним прощаемся с ними. И каждый из них, знаете, что мне говорил? Вот я уезжаю, чтобы тебе помогать. Скажем так, 80% точно не согрешу, если скажу, что они мне говорили, слушай, я вот уезжаю, я знаю, что Бог меня выводит вот туда, я буду жить там далеко. Это для того, чтобы тебе помогать на миссии. Так вот интересно, из всех моих друзей и одноклассников, с кем мы были в воскресной школе, только один, который помнит меня, и время от времени то что-то купит нам для церкви, какие-то там эти тарелки как-то купил, там еще что-то послал. Один из всех, который вспомнил обо мне, да, и как-то, слушай, а может там что-то надо? Я говорю, слушай, ну вот нам надо вот это. И он как-то купил там, передал еще что-то. Остальные, все, что пообещали, ничего не сделали. Ну, думаю, ну, знаешь же, вот Бог дал одноклассников, а? Вот Бог дал друзей детства, а? Так красиво обещали, так красиво говорили. И даже сейчас, когда они звонят, они так красиво живут, рассказывают, как у них все хорошо. Я думаю, ну, надо же, а? Вот память отшибла людям, вообще не помнят, что обещали, а? А мне неудобно как-то им напоминать, знаете. Слушай, ну, ты же там обещал, ну, ты же, можно так сказать... Единственная причина, почему ты уезжал, это я вообще, чтобы мне помогать. Не пишите мне, не критикуйте меня, кто будет писать потом мою проповедь критиковать. Я не привожу плохой пример. Я не осуждаю никого. Я просто вам рассказываю, как есть. И вот виночерпь, представляете, человек, которому ты помогал, которому ты послужил, который, кажется, ну, вот кто, как не виночерпий, вообще обязан Иосифу, да? А виночерпий забыл. Как попал туда, к царю, напрочь забыл про все. Так бывает. Так бывает в жизни, что нам кажется, что мы важны для кого-то, а жизнь показывает, что мы не такие важные, люди могут нас забыть. Обижает ли это нас? Может быть, обижает, может быть, нет. Но это оставляет какой-то след нашей жизни, что мы можем потом через 30 лет где-то в проповеди даже вспомнить. Да? Я не думаю, что есть какая-то обида или огорчение. Просто как факт. Такое бывает. Такое бывает. С теми, кто с тобой в одной песочнице вырос, с теми, кто сидел с тобой за одной партой, с теми, кому ты, может быть, где-то в жизни помогал больше, чем они тебе в чем-то. Так бывает. И кажется, наверное, Иосифу, когда он вышел и услышал, что тот снова виночерпий, у него все хорошо, наверное, где-то внутри его снова начало шевелиться, что интересно, забыл обо мне. И мы читаем 45 главу, с 5 стиха. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня пред вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону, господином во всем доме его, владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему, скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, приди ко мне немедле». Братья, когда вскрылась вся правда. Библия говорит, что сердце Иосифа, оно было, знаете, не ожесточенным. Представляете, какое надругательство ты прошел от своих братьев, уничижение, оскорбление, желание убить, ненависть, злобу. А ты в это время, когда узнаешь их, Библия говорит, ложишь им хлеб и возвращаешь им их серебро. Ты не мстишь. И когда они приходят второй раз, то ты снова возвращаешь им то серебро, которое они принесли,
и еще возвращаешь им хлеб. И даже когда они стоят и перепуганы, и не знают, что делать, то Библия говорит, что сердце Иосифа разрывалось, он уходил от них и рыдал. Он любил их. Я хочу задать тебе вопрос. Ты все еще идешь путем, по которому Бог повел тебя? Ты все еще хочешь увидеть триумф Божьей славы? Ты готов проходить прилежно надлежащее тебе поприще? И, может быть, там, где ты есть сегодня, на дне своей жизни, в уничижении, в оскорблении, в боли, в непонимании, может быть, в каком-то посмеянии, еще в чем-то, может быть, ты в этой долине, где ты потерялся в этой жизни, и некто направляет тебя, ты все еще доверяешь Господу, чтобы Он вел тебя к тому, о чем Он говорил с тобой, когда Он показывал тебе сон, когда Он давал тебе мечту, когда ты, может быть, читая Божье Слово, получил откровение для себя, о котором даже боялся поделиться, или когда поделился, то люди смеялись с него. Ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Кто? Я, Господь, Бог твой, научающий тебя полезному. Господи, это все полезно? Это все полезно. Господи, это так больно. Это так сложно. Это все так непросто. Да. Для чего? Чтобы ты мог помочь братьям своим. Чтобы ты мог помочь тем, которые так дороги сердцу твоему. Чтобы ты мог оказать влияние. Чтобы ты мог позаботиться, когда придут трудные времена в их жизнь. Я посылаю тебя впереди них. Господи, ну зачем мне эти 13 лет? Зачем мне эти сложные года моей жизни? Для чего мне эти скорби? Для чего мне эти трудности? Я посылаю тебя. Я посылаю тебя, потому что я говорил с тобой. Я не говорил с твоими братьями. Я говорил с тобой. У меня есть план для твоей жизни. Я хочу тебя привести к триумфу своей славы. Я хочу прославиться через твою жизнь. Я хочу показать свою славу в детях твоих. Я хочу прославиться через внуков твоих. Я хочу благословить тебя своим благословением. Но для чего, Господи? Я Бог, научающий тебя, и я веду тебя твоим путем. Можешь ли ты согласиться с этим и сказать: Господь, аминь? Или ты скажешь: Господи, это несправедливо, это неправильно. Господи, я не хочу такой судьбы. Знаете, многие вошли в пустыню своей жизни, на поля поиска своей жизни, и вы вернулись обратно, потому что некто, направляющий вас, вы не поняли, кто он был. Если бы Иосиф возвратился бы в дом отца своего, мы не знаем бы, как вообще сложилась бы жизнь его. И мы не знаем, какая была бы история Иосифа. Но то, что произошло с ним, он констатирует в конце своей жизни. Или он констатирует тогда, когда он видит триумф Божьей славы. Он говорит: Бог послал меня, чтобы позаботиться о вас. Бог провел меня, чтобы я мог помочь вам. Бог сокрушил меня, чтобы я мог вместить вас, потому что если бы я оставался в тех условиях и в той семейной атмосфере, в которой я рос бы, я никогда бы не вошел бы в Божье предназначение. Бог избавил меня от вас, потому что вы убить меня хотели, а эти люди не убили меня. Поэтому Бог предал меня в руки врагов моих, чтобы помиловать меня от братьев моих, которые готовы были это сделать. Но мы этого не понимаем. Нам это очень сложно. Некоторые из нас сегодня проходят через невероятные обстоятельства жизни. Боль, скорби, трудности, непонимание, оскорбление, уничижение. И ты говоришь: Бог, где ты? Бог рядом, если ты с Богом. И был Господь с Иосифом. Почему? Потому что Иосиф был с Богом. Ты хочешь видеть Бога в своей жизни? Ты хочешь переживать Бога в своей жизни? Ты будешь переживать Его при любых обстоятельствах жизни. Он будет рядом, если ты не оставишь Господа. Давайте мы встанем. Может быть, ты сегодня стоишь в Доме Господнем или находишься с нами через онлайн. И ты говоришь в своем сердце: этот путь очень тяжелый для меня. И может быть, скорбь настолько велика, что только Бог может утешить тебя.
И может быть боль пронизает твое сердце, потому что близкие люди обижают тебя очень сильно. Я хотел бы, чтобы мы сегодня помолились и доверились тому некто, кто направляет нас к триумфу Божьей славы. Очень важно, чтобы в этой долине скорби ты не остановился, чтобы в этой долине скорби ты не попытался вернуться обратно, чтобы в долине скорби ты продолжал быть верным Господу. Я хотел бы оставить 4 простых тезиса для вас, чтобы, когда вы вернетесь домой, чтобы вы могли рассуждать. Первое – это прилежность в служении. Что это такое? Прилежность в служении – это послушание. Верность в том, что вы делаете. Это когда там, где вы есть, может быть, вы недооцененный, великий Божий человек, но там, где вы есть, вы делаете это качественно, как делал это Иосиф. Написано, что где бы он ни был, он качественно все делал. Поэтому Бог благословлял его. Бог благословляет прилежных. Бог благословляет послушных. И может быть, некто направляет тебя в какие-то места, которые достаточно сложные для тебя. А прилежность твоя приведет тебя к успеху там, где ты есть. Ты будешь это делать качественно, ты будешь делать это благословенно. Второе. Приверженность цели. Когда Бог показал тебе, это не обязательно путь успеха, который ты увидел, потому что это конечный результат твоей жизни, а тот процесс, через который тебе придется пройти путь Иосифа. И это не всегда успех, это будут сложные моменты. И очень важно, чтобы было постоянство в твоем пути, чтобы ты пошел вот в этой приверженности цели Божьей без ропота. Многие люди, они не вошли в свое предназначение, потому что они остановились. Они не захотели идти этим путем. Они посчитали, что это не тот путь, который Бог им дает. Некоторые начали роптать, некоторые начали возмущаться, быть недовольными, допустили горечь, обиду, злобу. Они не вошли в свое предназначение. И независимо от результата, третье, это посвящение Господу. Где бы ты ни был, если ты будешь с Богом, Бог будет с тобой. Где бы ты ни был, написано, и был Господь с Иосифом. Где? В темнице, в доме Потифара, во рву, в колеснице, когда везли его, взявшие, выкупившие его за 20 серебряников. И когда братья его пришли, он был с Господом, и Господь был с ним. Послушайте, Бог всегда рядом, когда мы открываем свое сердце, и мы рядом с Господом. И последнее. Бог исполнит все, о чем говорил с вами. Бог – верный Бог. Поэтому, если ты имеешь это откровение, если ты имеешь это понимание, если ты имеешь эту мечту, если ты имеешь это, что пришло от Бога в твою жизнь, Бог верный. То, что Он показал тебе, Он исполнит. И не важно, какие обстоятельства жизни сегодня. И не важно, что окружает тебя. И не важно, где ты есть сегодня. И может быть, ты думаешь, что все плохо, а завтра будет еще гораздо хуже все. Не важно, где мы будем сегодня или завтра. Важно, что Бог не перестает быть Богом. И когда придет время, ты будешь успокаивать людей, ты будешь говорить, дорогие, братья думают о возмездии, братья думают о наказании, братья думают о суде, братья думают, что им конец. А Иосиф плачет и говорит, братья, Бог, не вы, Бог повел меня этим путем. А мы часто думаем, что братья. А мы часто думаем, что люди. Мы часто думаем, что обстоятельства. Мы часто думаем, что эти разговоры людские. А Бог повел тебя этим путем. Можешь ли ты довериться Ему в своем путешествии веры? Можешь ли ты Ему довериться в пути, который Бог ведет тебя, чтобы увидеть триумф Божьей славы? Тогда тебе нужно просто сегодня открыть свое сердце и говори с Богом. Если ты тот человек, который понимаешь, что, или, может быть, наоборот, не все понимаешь, но знаешь, что Бог показал тебе и ведет тебя, я хотел бы, чтобы мы сейчас молились вместе с тобой. И во время молитвы, если ты тот человек, просто подними свою руку, я хочу помолиться за тебя, благословить.
Отец, вместо я молюсь, Господь, за людей, Господь, которые Ты, Боже, говорил сегодня. Ты видишь эти поднятые руки, Господь, и Ты видишь сердце, Господь, каждого, кто сегодня взывает к Тебе. Я молюсь, Господь, чтобы благодать Твоя и милость Твоя, Господь, пришли на каждого, Господь, кто уповает на Тебя. И я молюсь, Боже, посети сегодня каждого своим утешением, своей благодатью, своей милостью. Я молюсь за тех, кто с нами через онлайн, Господь, кто сегодня нуждается, Господь, в подкреплении и помощи от Тебя во имя Иисуса Христа. Боже, благослови каждого, Господь, во имя Иисуса Христа. И я молюсь, Господь, чтобы нам увидеть, Господь, триумф Твоей славы в нашей жизни. Боже, проведи нас, помоги нам, не оставь нас. Тебе, Иисус, слава за все во веки веков. И весь народ Божий скажет «Аминь». Я хочу обратиться к тем людям, кто сегодня, возможно, в этом зале, или вы с нами через онлайн. И вы никогда не позволяли Иисусу Христу стать Господом и Спасителем вашей жизни. Может быть, вы обращались к Богу, но вы никогда не исповедовали Его перед людьми. Вы никогда не попросили, чтобы церковь помолилась за вас. Если вы такой человек, и вы понимаете, что вам нужна молитва, вам нужно, чтобы Господь просил все ваши грехи. Если есть такой человек, поднимите свою руку, я хочу помолиться за вас. Я хочу, чтобы Бог простил все ваши грехи, и чтобы Бог записал ваше имя в книгу жизни. Если есть такие люди, поднимите и дайте мне знать. Пусть Бог благословит вас. Может быть, еще кто-то есть. Пусть Бог благословит вас. Может быть, еще кто-то есть. Может быть, вы где-то на балконе. Я хочу попросить тех, кто поднял свою руку, пройдите сюда, я хочу помолиться за вас лично. Давайте мы поприветствуем этих людей. Может быть, ты не поднимал свои руки. Может быть, ты находишься здесь, и ты думаешь, ну я просто здесь, ну случайно, я хочу посмотреть. Послушай, не бывает случайности. Бог хочет простить твои грехи, Бог хочет записать твое имя в книгу жизни. Бог любит тебя. Если есть такой человек, дай мне знать, выйди сюда наперед, мы помолимся за тебя. Очень приятно. Может быть, еще кто-то есть? Может быть, ты на балконе думаешь, да пока я дойду уже, и все закончится. Не закончится. Не закончится. Если тебе нужна эта молитва, прямо сейчас оставь свое место, иди. Беги к Господу, потому что Господь близко. Господь близко. Я хочу помолиться вместе с вами. Я буду вести вас в молитву. Вы повторяйте слово молитвы вместе со мной, хорошо? Отец Небесный, мы приходим к Тебе через кровь Сына Твоего, Иисуса Христа. Мы просим Тебя, прости все наши грехи и все наши беззакония. С сегодняшнего дня Бог Отец, Ты есть мой Отец, и я есть Твое дитё. Веди меня по жизни, научай меня и наставляй. Я веряю свое настоящее будущее в Твои руки. Тебе слава за прощение грехов и жизнь вечную. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, я молюсь, Господь, за драгоценные души пред лицом Твоим, Господь. Я благословляю, Господь, Твоим отцовским благословением. Я молюсь, Господь, чтобы благодать Твоя, милость Твоя была на них. Боже, веди их, храни их, Господь, направляй их. Используй их, Господь, для своей славы. Боже, я молюсь, Господь, чтобы Ты, Господь, был им советником и помощником. Храни, Господь, от всяких невзгод. Боже, благослови тех, кто дорог их сердцу. И я молюсь, Господь, чтобы их сердце было открыто тому, чтобы понимать Твое Слово, пребывать в доме Твоем. Боже, а мы благословляем их, Господь, Твоей благодатью и милостью во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет «Аминь». Здесь есть люди, которые хотят подарить вам Евангелие. Можете спуститься. Мы поздравляем вас. Познакомьтесь. И просто пусть Бог благословит вас. Если вы молились такой молитвой, я хочу обратиться к вам и сказать, что через онлайн свяжитесь по телефону, который есть, и мы вам, где бы вы ни находились, в любой точке мира, если вам нужна церковь, мы найдем вам место для служения, для общения с братьями и сестрами. И сейчас, Брослав, пожалуйста.